Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Русь Агера, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Брикрикс, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать с первой. О, гона большая. Так, я уже вышел. Это очень маленькая пиццерия, но дальше у нас будет просто громадная, на 5000 блоков, ну практически, а это на 500. Так, ты что, давай не понажимаем все подряд. Ой, это я поломал. Я думал, какие-то кстати, механизмы есть. Дима, ты заметил, у них ножек нет. Да как-то странно все сделано. Ну и еще забыл сказать, что мы скачали мод на бомбу, который мы будем сейчас использовать для взрывания этих пиццерий. Да. Кстати, у нас раз, два, три бомбы. Давайте начнем с первой. Чпонькс, чпонькс. Ой. Так, знаете, что я сейчас сделаю? Я ее поставлю прямо на крышу. Надеюсь, будет прикольно. Там минимально. И у нас пошел отчет. Я рекомендую в это время просто отбежать подальше, потому что будет... Не знаю, будет сильный взрыв или нет, ну проверим. Сейчас будем оценивать от 1 до 10. Так, 15 секунд здесь прошло. Моя машина не взорвется. А, наверное, нет, она далековато стоит. Похоже, издалека на Жигули. Так это и есть Жигули, да? Это да, это копейка. Ой! Ой-ой-ой, ты псих что ли? Сейчас будет взрыв, погнали! 3, 2... Ой-ой-ой! Прикольно. Давай посмотрим разрушение. Так, от 1 до 10 я ставлю 3 балла. Потому что реально в слабый взрыв 2 даже. 1. Ну, так, заходим вовнутрь. Что у нас тут? У нас здесь просто есть где сидеть охраннику. И что, и больше ничего нету? Ну да, это FNAF 2. Блин, слабая пиццерия, очень слабенькая. Просто манюсенькая. Угу. Хорошо. Ого, это большая бомба, кстати. Тот катается на Тесле, нравится ему. Мы вчера смотрели эти моды. Понравилось. Ого, сигнал у тебя нормальный. Ничего себе. Детонатор. Ой-ой-ой. Нормально жахнуло? Да. Ну крыши нет. Так, давайте посмотрим. Нифига себе. Там, кстати, было проходу несколько версий взрыва. Так, у нас идет третья. Чпоньк. Ого! Вы это видите? Это просто мега постройка. Мне это очень нравится. Какой-то звук там. Это FNAF 2. Жужжание. Это FNAF 2? Да. Ребята, надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, а ты видишь вход в эту пиццерию? Я просто через F летел. Понял, понял. О, я вижу. Я вижу, тут что-то есть. Тут и камеры, кстати. Да? Во, я внутри. Да. Я с тобой. Отлично. Она такая полноценная, да? Большого размера, как она должна вот, быть. Вот, даже эти, ну, вентиляции. Для аниматроников. Да, вентиляция. Воу, тут фонари. Блин, круто сделано. А, это этот крутится. Пропеллер. Как его отключить? Может, по нему, может по нему стрельнуть надо? На. Нет. Только вот. Ну ладно, пусть же уже. Погнали кстати, дальше изучать. Кстати, тут одни и те же слова на банках. Ого, калитка, нифига себе, я думал, меня прибьет. Да, здоровенная кстати, пиццерия. Эти... Очень. Кстати, я думал, то, что двери не открываются. Так, давайте сюда пройдем. Значит, и входная открывается. Сейчас проверим. Так. Нет, это не сюда. Вот. Ого! Здесь еще, смотрите, что есть. Карусели. Шкатулка с марионеткой Фредди. Лего это Фредди. Плюшка. Знаешь, это Фредди похож на пингвина какого-то. Какой-то очень такой прикольный. Тело пингвина, а нос как у утки какой-то. Анима, да, в этой игре фонарика? Я уже и забыл все. Да. Вот тут, кстати, человек постарался, сделал камеру. Да. Вот что-что, он молодец. Красавчик. Так, дверь, давайте, смотрите, дверь. А дверь не работает. А вот там работает. Так, я сейчас пролечу еще, посмотрю что? Ее. Что? Открылась? Димас, он ее открыл. Как? Как он ее... Смотри, он ее открывает. Красава.
Как он ее открывает? Не знаю. Хорошо, давай будем ее пробовать взрывать. Вот еще домик кто-то поставил. Так, и теперь мы ставим третью бомбу. Она очень похожа на ядерную. Так. Пацаны, как вы думаете, мощный будет взрыв? Ну, мне кажется, для этой пиццерии не очень. Давайте сделаем, я прям внутри ее поставлю. А, внутри мне нельзя. Кажется... Внутри нельзя. Давайте она наверху. О, ничего себе. А давайте еще раз попробуем внутри. Может, как-то надо ее правильно поставить? Можно, можно. Ты как в ракете такой, кстати. Ой, она падает. Она упала. Давайте ее активируем. Нет, не активировать. Что у нас? Что? Детонатор есть тут? Пикап. Я знаю, как ее активировать. А ну, давай, погнали. Бу-бум. Ого, у меня аж залагало. У меня тоже. А чё она снаружи как будто целая? А внутри? Ого, почему ну... стены прозрачные? Вот это внутри разрушения жесткие. Тут вообще стена аж заблагалась. Мне кажется, эта бомба самая мощная из всех, да? Да. Все хорошо. Тут даже текстурки прозрачные стали. Сейчас мы сделаем еще кое-что. А как ты ее активировал? Бомбу ракетница. Взял? Ракетницей, да? Ой-ой-ой. Ой. Да что-то очень крепкая пиццерия, но уже вот видна стена. Да, стена поплыла. Так, я уже начинаю привыкать к управлению к этой игре. Можно, кстати, вот тут взорвать в уголке. Нет, мы сегодня в следующую пиццерию смотреть, потому что еще очень много пиццерий, а мы уже за... Еще много? Хоть... Да, я много скачал. Так, а что она не убирается? О, убралась. Чпонькс. Ага. О, она прикольная, кстати. Серьезно? Да. Сейчас. Давайте вот тут ее поставим. Чпоньк. Да, большая такая кабака. Но та была намного больше. Просто здоровенная. Ребята, напишите в комментариях, какая же пиццерия вам больше всех понравилась. А это не ту, которую я первую ставил? Очень похоже на нее. Так, давайте попробуем еще раз эту бомбу все-таки протестить. Мне кажется, мы ее неправильно потестили. Мы ее рядом взорвем, вот здесь вот. Я помню, мы как-то бомбу тестили, она была такая крутая. Так, давайте, что нам надо понажимать? О, вот она. Свич. Что надо нажать? Не то. Бомб дефьюз. Ой, а чё? Время отчет идет. А, оно идет в плюс. Мне интересно, она еще жахнет или нет? Ух ты, что? Смотрите, как запчасть отлетела. Просто на миллион километров. А пиццерии хоть бы что? Почему она такая имбовая? Делаем мегавзрыв. Знаете, как я сейчас это сделаю? Помощью ракетницу? Стойте, ничего не жмите. Ай-яй-яй. Я хотел несколько штук поставить и взорвать. Смотрите, пацаны, что я скачал. Ну как вам? Ничего себе. Отойдите, пожалуйста. Это очень мощная тачка. Пока. Ой-ой-ой. Ай, помогите. Блин, да что такое? Что произошло? А где она? Ого! Я на миллион километров тпкнулся. Улетел. Смотри, что у меня есть. Ой-ой-ой, крутая тачка. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!